гостей. Я думаю, что в нашем случае, если у вас нет желания конкретно общаться, в нашем случае вы морального никакого права не имеете вообще обсуждать их. Переместим наши мероприятия. Через решим, найдем пути решения проблем. Вы же не за войну. Тихо, это же не за победу нашей страны. Можно сказать слово. Я вас знаю дуже хорошо. Вы были еще коммунистичной партией. Еще 1000 лет, короче, за какого года. У вас не может быть других мозгов. Сегодня я представляю. Все, сейчас Украина. Идите в СССР и до побачення. Ребята, давайте. Тут сидит много участников боевых действий. Первое. Давайте. Либо вы доверяете таким людям, как Максим Невенченый, украинский выбор, от вашего лица вести риторику, какой быть Украине дальше. Вы скажите свою позицию. Где он лукавит, ребята. Максим Гарин. Мы что-то не понимаем. Прекращение введения Уберите руки! Уберите руки! Что вы делаете? Говорить, вы меня бьете. Вы меня бьете. И здесь, и по спине. Я не хочу. Вызовите полицию. Вызови уже. Они задавятся своей слюной. Но Украину не проглотят. Оставьте его в покое. Пусть живет. Передай своему куратору, что его рано или поздно утопят цистерни с его топливом, который он возит на Донбасс, снабжать танки, грады и САУ российские. Его утопят в этом говне, так как он пытается Украину утопить в крови. Если вы хотите продолжить диалоги, в личном порядке запишитесь на запись, обсудите, либо в следующий уже раз. Берите руки. Нет, я выхожу. Разговор не отходит. Уважаемый, не нарушайте закон. Уважаемый, отпустите депутата. Никакого конфликта мы с вами не хотим. Мы все с вами граждане Украины. Мы делаем свое дело. Вы защищаете страну. Уже там. Мы защищаем город Николаев. Смотрите, если по закону, мне тоже в данной ситуации чинил опер. Это все формальность. Я не говорю за эти мелочи. Я понимаю эмоции у вас, эмоции кого-то другого. У нас, мы сотрудники полиции при исполнении. У нас эмоций не должно быть. Мы должны действовать по закону. Так я вас попрошу, давайте эту ситуацию оставим мирно. Так мы и выходили мирно. Вы заявление будете писать? Да. Ну я пока был в кругу, меня били по животу, по спине, по почкам. Вы опознали тех, кто бил? Ну вот у меня в кругу, потому что я не вижу они. А на кого вы будете заявление писать, если ну, вы? На тех людей, которые были вокруг меня. А сколько это примерно человек? Это человек 6, которые были вот быстро, в близком контакте.